Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sport Planet TG. Те, кто только зашел, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и обязательно пишите свои комментарии. Александр Усик. Поздравляем его с победой. Достойный бой. Показали очень хороший бой. И Дерек Чисора, и Александр Усик. Дерек Чисора хотел, видимо, он рассчитывал на первые 5-6 раундов, чтобы закончить бой. У него был свой план на бой. Поэтому он, мне кажется, весил 116 килограмм. Если бы он весил 110 килограмм, мы не знаем, как бы бой закончился. А Александр Усик, у него тоже свой план на бой, и он это показал идеально, очень хорошо. Выиграл единогласным решением судей, так что и Александр Усик, оказывается, держит удары, тоже мы убедились в этом. И не боится. Он, когда надо, он входит в ближний бой и дерется, он не боится вообще оппонента. Поэтому Александр Усик, удачи в будущем. Теперь его следующий соперник — это Энтони Джошуа, тоже олимпийский чемпион. И мы, все, кто смотрел его бой с Владимиром Кличко, очень опасный соперник. Поэтому удачи Александру Усику и надеемся, что он к этому бою придет еще более подготовленным. И мне кажется, Александру Усику еще немного массу набрать. Он чуть-чуть, ну, мне кажется, по габаритам маловат для супертяжелого веса. А так, очень ну, техника очень хорошая. Извините. Но надеемся, Усик станет не только чемпионом мира по одной из версий, а абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Потому что он молодой. Вот у него спросили, что теперь ты хочешь стать чемпионом мира. Он сказал, не только чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. И он это сказал искренне и уверенно. Так что удачи Александру Усику. И ждем боя с Энтони Джошуа с нетерпением. Спасибо. Пишите свои комментарии. До новых встреч.